вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. В нашій сьогоднішній програмі ми з вами зможемо подивитись на життя старовинних майстрів очами історика і відкрити тайну творчості минулих століть. Дольше всіх жили монахи, понятно почему, і іконописи до 70-80 лет. Є хороше слово «ікона твориться». Вона не стільки пишеться, скільки твориться. Икона исправляет, она поправляет человека, направляет, направляет его на путь истинный. Я вас поздравляю, мы все икона, но только от нас зависит, какие мы иконы. Сьогодні, друзі, ми з вами в гостях у кандидата філологічних наук, доцента Леоніда Шкаруби. Нещодавно в Миколаєві відбулась презентація його нової книги. І зараз ми з вами маємо можливість познайомитись з цією книгою поближче, потримати її в руках. Вот посмотрите, дорогие телезрители, на эту книгу, посмотрите. Во-первых, она очень красивая, а во-вторых, она полна таинственных повествований, которые, может быть, немножечко раскрывают тайну иконописи на Руси. Да, Леонид Михайлович? Не только тайну иконописи, сколько говорит о жизни. У нас в литературе, у нас это в СНГ-овском пространстве, на Украине значительно меньше занимается, а в России вышло очень много книг об отдельных иконописцах, о периодах, но нет книги, которая бы обобщала материал именно о том, как жили иконописцы, как они трудились, организация труда, материальное положение. Вот, в общем, я думаю, что здесь самое подходящее название именно «Труды и дни». Я занимался античной литературой и помню, что у поэта 8 века до новой эры Гесиода есть поэма, посвященная крестьянскому труду. Называется она «Труды и дни». И мне как раз античное литературознание, некоторые знания античной литературы помогло в том, что я сразу без колебаний выбрал название «Труды и дни древнерусского иконописца». Леонид Михайлович, вот смотрите, для того, чтобы написать икону, в прежние времена человек постился, человек молился, и только после долгих рассуждений он и постов он приступал к написанию иконы. То есть я хочу, чтобы наши телезрители знали, что икону просто так не напишешь, понимаете, друзья мои? Ибо икона пишется с сердцем. А Леониду Михайловичу удалось пощупать пульс иконописца, да? Ну, в какой-то степени, не полностью, потому что надо еще добавить, что перед тем, как написать и писать саму икону, иконопис одевал белые одежды. Да, белые одежды, все белое, символ чистоты. И икона творилась, вот здесь хорошее слово, икона творится. Она не столько пишется, сколько творится. Это есть у Рериха в иконном тереме. Икона творится, да, действительно, как вы сказали, вот с молитвой, постом. Ну, в принципе, я бы сказал, это было так раньше. Потом, когда древнерусская культура прошла процесс десакрализации, демократизации, в иконопись пришло очень много людей, но ведущих не совсем добродетельный образ жизни. Стало много, икона для многих стала средством заработка. Но все равно вот эта традиция, вот я здесь пишу о том, что, конечно, большинство икон создавалось, ну, безвестными или малоизвестными мастерами. Рублев, Дионисий, ну, позднее Ушаков, да, конечно, это величины, но, в принципе, я убежден, что большинство икон было создано обычными мастерами. Они, вот здесь я пишу, они вели не всегда добропорядочный образ жизни, но они делали святое дело. Делали святое дело. И именно перед их иконами, их икона часто становится чудотворными, это просто интересная тема, и перед их иконами простые люди плакали, молились,
И в зависимости от степени веры получали то, что хотели получить. Вот вы сказали, в зависимости от степени веры. Да. Леонид Михайлович, то есть человек должен почувствовать сердцем эту икону. Конечно. Вот еще писатель Иван Бунин писал, что такое икона для православного человека. Иконы – это окошки в рай. То есть через эти окошки человек может заглянуть туда, на небеса, в рай. В небесную отчизну. Да, это хотелось бы, чтобы задолго так было. До Бунина. Икона – это окно в небо. Иконку черную дощечку нашли в земле, пахали новь. Кто перед нею ставил свечку, в чем сердце теплилась любовь? Кто осветил ее своею молитвой нищего раба, и посох взял, и вышел с нею на степь в шумящие хлеба, и, поклоняясь ветрам знойным, с треборьим внуком водрузил над полем пыльным беспокойным убогий символ Божьих сил. Это, конечно, иконка, найденная в земле, когда пахали новь новую, поднимали целину. Она писалась не Рублевым, каким-нибудь безвестным мастером. И какой путь она потом прошла? Была в земле, нашли, но вот эта чудодейственная сила, вот эта заряженность иконы верой, она сохранилась и нашла отклик в душе верующего человека. Как интересно, Леонид Михайлович, вера – это чувство совершенно нематериальное, объяснить его словами практически невозможно. Да, конечно. Но от глубины веры, мне кажется, зависит, может быть, даже в какой-то мере и жизнь человека, как вы полагаете? Да, конечно. Недаром говорится, каждому воздается по вере. По вере вашей да будет вам. Да. Каждому воздается по вере. По делам и по вере. Вера – это дело. Вера для истинного христианина, вера – это есть дело. Леонид Михайлович, вы только что читали стихотворение такое замечательное об иконе. И вы еще в своей книге называете написание икон. То есть вы облекаете их в поэтическую форму, правильно? Никто до вас этого не делал раньше. Нет. Ну, например, у Лепахина много примеров из прозы, из поэзии. Я взял кое-что вот из его подхода. Поэтика иконы. Поэтика – это дело другое. Да. Это дело другое. Вот поэтика иконы – этот термин принадлежит именно вам? Да, не встречал ни у кого из пишущих об иконе. Что такое, да? Да, конечно, расшифруйте. Поэтика иконы. Что это такое? Вот вы, телезрители, знаете, что такое поэтика иконы? Я не знаю. Давайте послушаем. Ну, это термин взят из литературоведения. Поэтика, художественное произведение, это, строго говоря, художественные особенности. Да, так вот, поэтика иконы. О художественных особенностях иконы писали, конечно, и многие другие. Но я назвал это поэтикой. Что сюда входит? А сюда входит, прежде всего, символика иконы. Иконы без цвета не существует. Хотя, конечно, есть графическая икона, но икона живописная, красками написанная, она богаче будет. Например, вот золотые нимбы на иконах, когда входишь в храм, то обращает на себя внимание позолота иконостаса, вообще много золота. Это как пишет один, золото в храме, как пишет один из авторов, это не тяжелое варварское золото, это символ присутствия Иисуса Христа. Такой царственный знак, да? Да, символ Иисуса Христа. Недаром на одеждах Иисуса Христа, чаще Богородицы, если помните, появляются золотые звезды. Иногда на одеяниях других. Дальше белый цвет. Белый цвет – это чистота, это истина. Это тоже связано с Христом. Помните, на Вознесе, на горе Христос преобразился. Его одежды стали белыми, как снег блистающий. Это белый цвет. Кстати, поскольку я часто встречаюсь с цветом, я заметил, что пока нет белого цвета,
Вот я показывал свои вышивки по дереву. Пока нет белого цвета, нет праздника. И тоже на грибной поляне, где вот появился белый цвет, появился праздник. Я проверял это и на других людях, и они согласились, да. Белый цвет – это праздник. Без него нет. Это солнце. Дальше синий цвет. Ну, это же небесный, это небо. А кое название есть голубой. Голубец, само название голубец. Но тоже один из оттенков синего. Багряный цвет. Багрец и золото одеты. Лиса багряный. Это цвет византийских императоров. Только императоры византийские носили багряные одежды и даже писали багряными чернилами. Дальше коричневый, вохра, охра – это цвет земли. Кстати, само слово «вохра» какое красивое. Это земля. Есть такой термин «позем». Зеленый – это символ жизни. Так что сочетание цветов – как раз икона, писанная икона, говорит цветом. Кстати, раз мы заговорили об этом, то я бы хотел обратить внимание на то, что большая часть иконок, продающихся в иконных лавках, они привлекают не ликом, то есть не лицом изображенного, не живописью, не красками, не цветом. Ну, это иконы фотомеханические, в общем, тиражируемые. А эти иконки привлекают блеском. Помните, блески. Вот раз нечем привлечь, то речь идет о внешнем. Но я понимаю, что писанные иконы сейчас дороги, их мало. Поэтому, строго говоря, всякая икона – икона. Хоть графическая икона. Кстати, помните, фильм «Остров» видели? Конечно, о, да. Помните, да. Там простенькая графическая икона, угу. Черно-белая. Но она становится чудотворной, потому что на нее молится почти святой человек, который искренне кается, согрешил и кается. Поэтому, строго говоря, дело, если возвращаться к этой теме, дело не в том, какой оклад. Кстати, ценность иконы не в окладах. Хотя оклад – это произведение декоративно-прикладного искусства. Но это уже немножко другое искусство, да, главное оклад, это, да? Да, это ювелирное, да. Декоративно-прикладное. Главное – это лик иконы и синергия, совпадение энергии иконы и верующего, и молитвы верующего. А вы полагаете, Леонид Михайлович, что бывает такое, когда бывает несовпадение энергии верующего, да, и иконы? Да, бывает, да, такое? Да, да, конечно. Хотя я не считаю себя глубоко верующим человеком, так сказать. Ну как глубоко верующим? Но если вы пишете такой труд, значит, в любом случае, да, вы человек, да, верующий. Но это не значит, что я каждый день хожу в храм, службы выстаиваю. Нет. Но все равно, так сказать, ну, как говорят, в душе верующий, ношу Бога в душе. Ну, насколько я могу судить, хотя это, наверное, сказал бы лучший священник, но действительно, смотрите, если бы было всегда полное совпадение внутреннего смысла иконы и верующего, то я думаю, что это редкий случай. И тогда, может быть, икона-то не особенно была бы нужна. А икона исправляет, она поправляет человека, направляет его на путь истинный. Кстати, вот сейчас я вспоминаю, вот смотрите, многие обращаются к иконе с просьбой об исцелении. Но ведь было очень много больных людей, которые стали потом причислены к святых, но они никогда не излечились. Например, среди оптинских старцев есть несколько людей, которые страдали тяжело. Но это уже высший пилотаж. Да. Это люди принимали свою болезнь, эти святые, как благодарственный дар, как благодать Божья. У них, около них исцелялись другие, но они так остались. А сами не терпели скорой болезни. Им не нужно было быть здоровыми. Для них это, так сказать, крест Бога. И может быть, именно через болезни
они пришли приближались к Богу и узнали то, чего не знали бы, чего, если бы они были здоровыми. И я так думаю. Поэтому Это великая тайна, и словами ее тоже, конечно, сложно, умом, вернее, ее сложно понять, но мы можем принять, что действительно есть такие великие подвижники. Да, я думаю, что и сейчас они есть. Да, конечно. Не обязательно быть великим подвижником. Кстати, вот вы сказали умом. Вот есть такой очень хороший термин. Икону называют, Флоренский называет икону «умозрением в красках». Умозрение в красках. Это вот то внутреннее видимое, то внутреннее видение, та незримая, незримый для других диалог с иконой. Вот, кстати, об Андрее Рублёве пишут, что он долго-долго сидел перед иконами. Он сидел, думал. Ну, так называемый исихазм, умное делание, которое возникло в Византии и пришло на Древнюю Русь. Кстати, классика древнерусской иконы связана именно с этим периодом, с периодом исихазма. А постепенно икона утрачивает характер умного делания, умозрения. Но вот это очень хороший термин, умозрение в красках. Ну, еще называют икона – это метафизика бытия. Тоже хорошо. Сверхфизика, метафизика бытия. Да, то есть то, что человек понимает сердцем и не всегда может объяснить словами. Да. Леонид Михайлович, вот замечательная эта книга «Труды и дни древнерусского иконописца». То есть здесь вы собрали ряд знаменитых иконописцев, перу которых принадлежат, кисти которых принадлежат самые знаменитые иконы. Не только. Так, ну, я показываю словарь, да? Да. Здесь чем интересен словарь? Да, ну, сразу, когда... Когда мы писали эту книгу, вы руководствовались вот когда этим словарем, мы, когда да? говорим об иконописи, то сразу возникает имена Рублёв, Дионисий, Феофан Грек, Симон Ушаков, ну, еще несколько могут назвать. Но дело в том, что на Руси трудились едва ли не тысячи иконописцев. И словарь интересен тем, что рассказывает о них. Книга состоит, моя монография из нескольких частей состоит. Я назвал «Жизнеописание древнерусских иконописцев». И здесь как раз от Феофана Грека, Андрея Рублёва, до таких иконописцев, как Кирилл Уланов. И были целые династии. То есть целые династии иконописцев, да? Династии иконописцев, до 20 и более человек. Это интереснейшее явление. Кстати, в истории украинской иконописи династии нет. Я взял книгу Жолтовского «Художнее життя в Украине 17-18 веков». Там кратко рассказано о многих иконописцах, но нет ни одной династии. Ну, здесь другое дело. В Украине трудилось много художников, маляров, которые могли писать и иконы, и расписывать дворцы, например. А древнерусские, я имею в виду, уже на Руси, когда Россия и Украина пошли каждая своим путем, там преимущественно иконописцы занимались иконами. Но я назвал иконописцев древнерусской интеллигенции. Самые грамотные книжники – это книжники и иконописцы. Да, так вот, среди иконописцев были митрополиты, архимандриты, игумены, стрельцы, пушкари, солдаты-чертежники во времена Петра I, были ямщики, огородники занимались огородничеством, и даже были бобыли, и даже попал нищий. И были гулящие люди. Да. То есть для того, чтобы быть иконописцем, сословие социальное абсолютно... В 17 веке, со второй половины 16, в 17 веке это уже не было решающим. А в принципе, до этого чаще всего писали иконы монахи. О, я еще нашел интересную вещь. Как долго жили иконописцы?
Ну, вы представляете, что средняя продолжительность жизни в Древней России невелика, где-нибудь там 25-30 лет. Ну да, всего помните, лишь? болезни, условия, тяжелейшие условия. Но дольше всех жили монахи, понятно почему, и иконописцы до 70-80 лет. Да. Угу. Икона, они же занимаются, они как раз вот долго жили те иконописцы, для которых жизнь, иконописание и было смыслом жизни. И они жили по долгу лет, по много лет. Вот видите, как... В конце многие иконописцы уходили в монастырь, не все, но многие. Они уже становились слабыми, руки плохо работали, и уходили в монастырь. Интереснейшие сведения я нашел. Был такой иконописец Никифор Полуэхтов. Он безрукий писал иконы губами. Уникальный случай. То есть он брал кисть в зубы, писал зубами. И писал иконы. Угу. Царь Алексей Михайлович трогательно заботился о нем, и он распорядился сделать для него постельку специальную, матрасик, выделили ему комнату, и он трогательно. Кстати, Алексей Михайлович, как любитель иконописи, ну, он большая величина. При нем в период расцвета деятельности оружейной палаты были собраны лучшие иконники со всей Руси. Но иконникам приходилось весьма и весьма трудно и сложно. В Москве шло громадное строительство, строили храмы. Их надо было расписывать, писать иконы. И с разных концов государства великого, употребляю слова Некрасова, вызывались иконописцы из Устюга, из Холмогор, из Костромы, из Ярославля, Новгорода. Но добираться было очень сложно, это несовременное средство сообщения. Ну да, сейчас сил на самолеты. Иногда неделями, месяцами добирались иконописцы, выполняли свою работу, отправлялись назад, их опять вызывали. Конечно, это было часто очень сложно, и у меня есть глава, которая называется «Иконописцы в бегах». Они иногда... То есть не выдерживали трудов таких? Да, или... ну и потом у них же были семьи. Все же монахи они, были, да? Да, были семьи, надо было о них заботиться. Поэтому они сбегали, скрывались, их искали, не всегда, правда. И иногда они находились, знаете, у какого приюта? У знатных, у богатых купцов или очень влиятельных людей. Кстати, мне нравится один очень интересный аспект понятия иконы. Ну, и слово икона имеет много значений, от греческого икона – образ, изображение. Но дело в том, что ведь мир создан по образу, человек создан по образу и подобию Божию. Это значит, что человек – это тоже икона. Но насколько он иконичен, зависит от него самого. Насколько каково в нем сочетание света и тьмы. Так что я вас поздравляю, мы все икона. Но только от нас зависит, какие мы иконы. Но если говорить об иконописи, то здесь и очень интересная вещь. Вот я говорил о классике древнерусской иконописи, это 14, 15, 1, 1, 16 века. Это с точки зрения техники иконописи, это так называемая яичная темпера. Потом, с 18 века, иконы пишут профессиональные художники, светские, образованные и так далее, но вот в 80-е годы и наблюдается возрождение старой классической иконы византийской. 80-е годы 19-го да, века, да? 20-го. 20-го? 20-го. То есть уже, это вот да, уже сейчас, вот вчера еще, да? Времена перестройки, да, перестройки. И связано это, и связано возрождение этой иконы, я назвал это вторым рождением иконы, даже третьим.
Второе рождение – это конец 19-го, начало 20-го. Это блестящая школа российского богословия. А затем третий период блестящий – это вот после 80-е годы. Да, так вот, именно в это время наш земляк, первомаец из Первомайска, и именно с его именем связано возрождение классической, с точки зрения техники и во многом смысла, классической древнерусской иконы. Архимандрит Зинон. О нем мало кто знает. А это очень... В иконописи это один из очень важных ориентиров. У него проходили школу многие художники со светским образованием, которые увлеклись иконописью. Так он очень хорошо сказал: если кто-то ко мне попадает из художников, я сначала убиваю в нем художника. Художника, который свободно творит, находится в русле светской культуры, потому что иконописец – это не художник в строгом смысле слова, это иконописец. И ведь икона – это богословие в красках, богословие, а не свобода творчества. Не свобода творчества. Так что поздравляю вас с нашим архимандритом Зеноном. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у кандидата філологічних наук, доцента Леоніда Шкаруби. Його нові книги «Історія православної архітектури» та «Образ святого в життях Дмитрія Ростовського» чекають на своїх меценатів. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 16 червня – луки. Сильний дощ на врожай грибів. 17 червня – Митрофана. Сонце високо, небо далеко, а спека поруч –